Здравствуйте, товарищи огородники! Сегодня разговор пойдет о картошке, а точнее об эксперименте. Сегодня 24 сентября. Ровно 4 месяца назад, 24 мая, я посадил картошку. Точнее, картошку я не сажал, а просто положил. В чем суть эксперимента? В том, чтобы не копать огород. То есть не копать. Чтобы выкопать картошку, я попросил своего сына. Вот перед вами мой сын. Зовут его Руслан. Он не участвовал в эксперименте, даже не знает, что там. Но так как я не смогу выкупать, он мне будет паковать, будет помогать. Давай, сынок, начинай. А в чем был суть эксперимента? Ну вот я не копал, ни осенью не копал, ни осенью, ни весной не копал. Положил картошку и бросил на нее бархатцы. Все. И что, вот так получилось? Поливал, не поливал? Нет, поливать поливал. Первый месяц я поливал. И что, как мы будем копать? А ты попробуй бери, убрать вот это сверху, что я накидал. Убери вот это, да. Просто в сторону убирай, да. Во-во. Ну, картошка показалась. Так, чище убирай. Должно быть 4, так вот, 6 картошек посадил. По кругу сажал. По кругу посадил бархатца. Месяц. Через месяц посадки я снял ролик, меня попросили, вот. Как она выглядит, картошка. Уже здесь вот. Подожди, дай посмотри. Уже видно? Зеленый, да? О, прям сверху. Это ну, вот это зеленая, да. А, зеленая, вон зеленая. А вот это хорошая. Ясно, да. Сам. Ну, посажено, значит, 6 картошек. Через месяц я снял ролик, как она выглядит. Выглядела она очень-очень, кстати, хорошо. А земля но... появилась за счет того, что... перегнивал. Земли не было вообще, земли не было. Перегнивала трава, да? Трава перегнивала. Червячки, картошка червячками, да, ясно. Понятно. Так что я хочу сказать, она была такая красивая у меня. Потом начались дожди. Все лето шли дожди. Слизней было море. Я не боролся с слизнями, абсолютно ничего не делал. Вот они еле-еле-еле, вот смотрите, вот ботва, видите, да? Если ее взять, ботву, она будет голая, а макушка целая. Видно, да? Вот. 1,5 метра. Вот. Это все ботва. То есть получается не квадратный метр. Не квадратный метр. А 2 квадратных метра. 2 квадратных метра получается. Да. Ой. Че? Надо может просто дернуть? Нет? Давай так, подожди. Ну-ка, подожди. Так, дерну. Так, дерну. Он одна болтается. Одна, да, ага. Так, где-то лучше будет. Ну-ка я подойду, посмотрю. Длинный. Так вот, слизняк ел ее. Я ничего не делал, абсолютно не боролся. Я считал, что слизняк мне помогает. И не ошибся. Год был фитофторы. Слизняк ел только нижние листья. Тем самым открывал мне доступ к солнцу. И болезни фитофторы, как мы видим, и нету. Ну, кстати, неплохой результат. Ну, я не скажу. Вообще-то я обещал мешок. Мешок? Но мы на картошке... Так, было посажено 24 сентября. Я считаю, что это, наверное, очень поздно. Надо было на неделю... Сентября, мая. Май, сентября. Сентябрь сегодня. Че болтаю? Она все, сама в землю уходила, что ли? Ну, закапывал сама в землю. О! Она сама в землю закапывает, что ли? Он отхожу. Надо будет лопатку взять. У меня руки как лопатка. Ну, вроде как бы. Килограмм. Ой, сейчас весь. Вроде как бы все. Точно? А он должен. Ты попробуй, может там под землей есть. Сейчас попробуем. Как она туда влезет, интересно? Может это через дорогу, смотри, как через. Резко не видит. Опа. О. Не понял, как она туда в землю уходит. Оба, стоп. Попробуй еще по кругу. Я же ее по кругу клал примерно. Примерно этот. Нет? Нет? Точно? Хорошая земля стала, да? А? Все, найдем. Так. Еще раз.
чем была суть эксперимента? А, здесь, давай здесь. 10,5 килограмм. Сколько? 10 с небольшим. 10. Ладно, понятно. 10, так 6. Так, если учитывать 10 килограмм квадратного метра, средний урожай это 3 килограмма, так? Если учитывать, что площадь это будет как 2 квадратных метра, значит, получается 5 килограмм квадратного метра. Ну, больше, чем обычно. Значит, сотки полтонны, так? Да. Так получается? Да. Вот, как, так, теперь вот возьми, дерни вот эти все бархатки. Я объясню, что я не копал, вот в данном случае он скопал, а так я не копал. Вот, бабах, и бросай туда, вот, вот. Дергай бархатки, вот покажу, как было все сделано. Была грядка, не копанная, вот сейчас он, конечно, это место скопал. Вот, вот так было, вот, во, покажу. Как была, какая была технология. Так. И это вот это тоже дерни. Во. Вот в чем, вот. Кто смотрел ролик, он помнит, что вот так осенью я бросил бархатцы и забыл. Все, не копал ничего, ничего не клал. Все. Потом вот это все раздвинул весной и положил картошку. Вот в чем не секрет, а суть была эксперимента. Вот так, пожалуйста, все просят. Вот, пожалуйста, картошка. Ну, почти посмотри, чистая она, с моим зрением. Я все равно ничего не вижу. Да. Чистая? Я сильно не делал. Я имею в виду этот проволочника. Ничего таких нету, таких дел там? Нет вроде. Ясно, да? Все чистенько. Так, с колорадским жуком я не боролся. Колорадского жука у меня не было. Ясно. Так, дорогой сыночек, спасибо тебе за помощь. Пока. Попрощайся с товарищем. Так, до свидания, товарищи. До следующей встречи. Пожалуйста. О, на фоне бархата. На фоне бархата.